релаксация перышка. Закройте глаза. Сделайте 3 вдоха и выдоха по моей команде. 1 вдох, 2 выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Представьте себе, что вы лежите на спине посредине поляны, покрытой короткой, мягкой, изумрудной травой. Вы лежите на спине и смотрите в голубое небо, по которому плывут 2 небольших белых облачка. Дует слабый ветерок. Вам легко, тепло, уютно и спокойно. Ветерок шевелит ваши волосы и приятно касается щек, лба и губ. И тут вы видите, что рядом с вами пролетает маленькое белое перышко. Оно опускается рядом с вами, и вы вдруг чувствуете, как уменьшаетесь, вы становитесь все меньше и меньше. Вы садитесь на перышко, и ветер подхватывает его, поднимая все выше и выше. Сверху вы видите полянку, окружающий ее лес и заходящий за горизонт солнце. Вам совершенно не страшно. Постепенно света становится все меньше. Наступают сумерки. Вы видите,
как разгораются звездочки на небе. Сначала одна, потом другая, потом третья. Постепенно небо становится, как синий бархат, усыпанный осколками стекла. Ветер утихает, перышко медленно опускается на землю. Все стало как обычно. Восходящее солнце освещает все вокруг, и вы видите, что находитесь на полянке. Вокруг вас изумрудная трава, и рядом с вами лежит маленькое белое перышко. Его подхватывает ветром, и вы теряете его из виду. Вам легко, свободно. Вы приятно удивлены таким необычным путешествием. Вокруг опять светло, тепло и уютно. Вы делаете 3 вдоха и выдоха. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох.